здравствуйте, меня зовут Макей Станислав, заслуженный тренер России по тайскому боксу. Сегодня мы представляем вам онлайн-курс обучения от Федерации тайского бокса Москвы. В этом курсе мы будем переходить от простого к сложному, будем учиться бить удары, плюс комбинировать, плюс использовать защитные действия. Начнем с простого, со стойки. Прежде чем научиться вставать в стойку, нам необходимо научиться сжимать кулаки. Делаем мы следующим образом. Открытая ладонь, пальцы, ладошки, большим пальцем закрываем кулак. У кулака есть ударная часть, передние две костяшки. Любой удар, который мы наносим, мы стараемся нанести так, чтобы попасть передними двумя костяшками, левой и правой рукой. Также необходимо их закреплять за счет отжимания на кулаках. Это поможет вам укрепить ваши руки. В тайском боксе самое главное – это стойка. Стойка – это положение ног и положение рук. Начнем со стойки. Фронтальное положение ног, ноги на ширине плеч. Задней ногой, правой ногой мы делаем небольшой отшаг. У нас появилась передняя нога, появилась нога задняя. Передняя нога смотрит вперед, правая – вправо. Руки. Высокая защита. Локти поуже. Большой палец к лицевой кости. Подбородок вниз. Возвращаемся в исходное положение. На хлопок делаем шаг назад. Ручки к голове. Ноги в коленях чуть согнуты, как две пружины. Возвращаемся в исходное положение. Одно из самых главных – это в стойке передвижение вперед-назад, влево-вправо. Как бы мы ни двигались, задача – сохранить стойку, положение рук, положение ног. Какие удары бы мы ни били, всегда необходимо возвращаться в стойку, для того, чтобы защищаться, либо повторно атаковать. Движение стойки. Со стойки движение на ногах. Вперед-назад. Начинаем движение вперед. Передней ножкой шагаем, задней ножкой подшагиваем. Какой первый шаг, такой второй. Движение назад. Задней ножкой шагаем, переднюю ножку подтягиваем. Движение влево. Левой ножкой шагаем, правую подтягиваем. Движение вправо. Правой ножкой шагаем, левую подтягиваем. Ручки на защите. Постоянно возвращаемся в исходное положение, в стойку. И повторяем. Шаг вперед, шаг назад, шаг влево, шаг вправо. Добавляем передвижение на месте, движение в стойке. Когда ученик ставит стойку, необходимо сразу начать двигаться. С движения легче атаковать, с движения легче защищаться. Золотое правило тайского бокса. Со стойки переминаемся на носках, с носка на носок. Переносим вес тела с левой на правую, с правой на левую. Ноги как две пружины, немного в коленях согнуты, но никто этого не видит. Движение мягкое, ручки постоянно на защите, закрывают голову. В тайском боксе основные удары считаются ногами, коленями и локтями. Первый удар, который мы возьмем для обучения, это будет прямой удар ногой, тип. Удар наносит в три этажа – бедро, живот и лицо. Удар наносится верхней частью стопы и правой, и левой ногой. Со стойки, чтобы нанести прямой удар задней ногой, нам необходимо ее разогнать. Плюс разбить удар на 4 этапа. На раз мы делаем короткий шаг вперед. На два выносим колено. На три, отклоняя корпус назад, выносим прямую ножку вперед, 4, встаем в стоечку. В целом получается удар. Шаг, вынос колена, удар, стойка. Шаг, вынос колена, удар, стойка. Все удары наносим на выдох. Шаг, вынос колена, удар, стойка. При обучении необходимо научить ученика правильно дышать. На каждый удар мы обязательно наносим короткий выдох. Когда мы наносим удары задней ногой, нам необходимо ее разогнать. Чтобы разогнать заднюю ногу, мы используем шаг передней ногой. Шаг может быть как дозад от дистанции, мы его можем делать на месте, он помогает нам разгоняться. Так мы делаем шаг вперед, то есть чего можем сближаться с соперником. Чтобы наносить удары передней ногой, переднюю ногу мы разгоняем за счет перескока. Перескок – это смена ног.
при которой мы не разворачиваем таз и не разворачиваем корпус. Только откидываем левую ножку назад, правую ногу выносим вперед. Перископ со стойки. Раз, два. Работают только ноги. Со стойки. Левая назад, правая вперед. Подводящее упражнение для перископа. Со стойки. Мы делаем движение ножками. Раз. Два. Возвращаемся назад. Раз. Задняя нога как боком стояла сзади, так и выходит вперед. Передняя уходит назад у нас на носок. Два. Возвращаемся в стоечку. И потихоньку начинаем разгонять движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чтобы нанести передней ногой прямой удар ногой тип, мы со стойки на раз делаем перископ, на два выносим колено, на три бьем удар, на четыре возвращаемся в стойку. Тот же удар, чуть быстрее, со стойки. Раз, перископ, удар, стойка. Перископ, удар, стойка. В обучении необходимо не зацикливаться либо на руках, либо только на ногах. Необходимо комбинировать, за счет этого вы добавите разнообразие в тренировочном процессе. Сейчас мы будем учиться бить прямые удары руками. Со стойки. Чтобы нанести прямой удар, нам необходимо знать, что все удары руками наносятся с небольшим шагом вперед. Также шаг является дозатором дистанции, его можно сделать на месте, можно сделать немного вперед, может чуть глубже. Чтобы нанести прямой удар левой рукой, нам необходимо сделать шаг левой ножкой и на выдох нанести прямой удар. После чего возвращаемся в стоечку. Лучше разбить упражнение на два счета. На раз. На выдох наносим удар. На два возвращаемся в стоечку. На раз наносим прямой удар. На два возвращаемся в стойку. На раз наносим прямой удар. На два возвращаемся в стойку. При нанесении прямого удара необходимо следить за защитой. Обязательно, если мы наносим удар левой рукой, то правая рука защищает голову. Если наносим удар правой рукой, то левая рука защищает голову. При обучении нанесения прямых ударов, если мы наносим прямой удар левой рукой, и шаг у нас короткий, задняя нога остается на месте. Если мы делаем более длинный шаг, то заднюю ножку подтягиваем за передний. Какой передний шаг, такой же задний. Со стоечки делаем шаг более длинный. А раз, под себя подтянули заднюю ножку. Два, вернули стоечку. Шаг длинный. Раз, заднюю ножку под себя. Два, вернули стойку. Раз, заднюю ножку под себя. Два, вернули стойку. Продолжаем учиться бить прямые удары руками. У нас удар правой прямой. Со стойки, чтобы нанести удар правой рукой, нам необходимо весь удар разбить на три части. На раз мы делаем шаг левый. На два, подшагивая правой ногой, наносим удар правой. На три возвращаемся в стоечку. Не забываем, каждый удар наносим на выдох. Раз, делаем шаг. Два, на выдох наносим удар. Передняя рука закрывает голову. Три, возвращаемся в стоечку. Раз, делаем шаг. Два, на выдох наносим удар. Три, возвращаемся в стоечку. Целый удар. Шаг, удар, стойка. Шаг, удар, стойка. Шаг, удар, стойка. И сюда же к прямым ударам мы добавляем двойку, классическую двойку, два прямых удара левый-правый. Со стойки, чтобы нанести двойку, одновременно шагом левой ногой мы наносим прямой удар левый. Раз. Наносим удар правой, левую ручку возвращая к голове, правую ножку подтягиваем под себя. Два. На три возвращаемся в стоечку. Раз. Два. Три.
Раз, два, три. Каждый удар на выдох. Раз, два, три.